Женщина, супруг ваш где? Кто? Капитан Капронов. Ваш супруг вчера обязан был явиться в местное отделение полиции. Не явился. По какой причине? Еще сильнее, сильнее души меня. Я же его теперь из-под земли достану. Умысел в любом убийстве всегда присутствует. Банальная измена, в конце концов, это уже умысел. И тогда 10 лет колонии. А что здесь мне? Тоже колонии. Нет тела, нет проблемы. И для этого нам понадобятся тела. Я вот нутром чувствую, что где-то он рядом. Прям вот где-то. А что это вы здесь делаете? Да, вот загорать приехали. Ага, понятно.